Выставка – замечательное явление, и мы рады, что удалось в рамках Платонского фестиваля поучаствовать и внести свой вклад в эту замечательную деятельность, потому что все, что вкладывается в культуру – это будущее, это наша духовность. На сегодняшний день это, наверное, важнейшая деятельность, которая может быть. Выставка, несмотря на ее достаточно компактное пространство, представляет работы, которые растянулись от 1918 года до 1989 года.